добрый день. Сегодня 16 апреля 2016 года, и мы находимся на территории строящегося, полноценно строящегося экотехнопарка Skyway. Позвольте себе напомнить, что ровно год назад, 16 апреля 2015 года, мы также находились здесь, на территории будущего экотехнопарка Skyway, на стадии, когда мы только вели еще переговоры с администрацией, когда проводились первые землестроительные работы, и ничего еще здесь не напоминало то великолепие, которое происходит сейчас. И мы не зря собрались в тот день рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого, который приходится на 16 апреля. И сегодня, в свой день рождения, Анатолий Эдуардович согласился сказать нам пару слов про то, что происходит сейчас на площадке в его день рождения. Добрый день, дорогие друзья. Да, мы на площадке, где проходит стройка. Я сказал бы, великая стройка, потому что мы закладываем фактически здесь новую отрасль транспортно-инфраструктурную Skyway. Можно посмотреть на ряд уходящих опор. Это 18 опор с пролетами 15-50 метров. Здесь около километра. Здесь будет городская трасса, подвесная и навесная. Под нами станция будет подвесного, городского. А мы стоим сейчас на покрытии, можно сказать покрытие, потому что это уже верхний этаж, где будет станция высокоскоростного Skyway. И вот эта трасса потом будет продлена на 15 километров, и в середине этой трассы высокоскоростной Юнибус может развить скорость 500 км в час. Мы его продемонстрируем через где-то полтора года. Анатолий Дорович, а вы сказали, что вот эта крыша, да, ну как бы последний этаж, а вот эта арматура, это что такое? Кстати, благодаря вот этой арматуре и то, что будет за ней, мы удешевили анкерную опору и сэкономили порядка 300 тонн бетона. Здесь будет насыпана почва высотой почти 2 метра, и здесь будет посажен полноценный сад. Те самые будут... зеленые крыши. Да, это есть те зеленые крыши, где не просто там маленький слой грунта, почвы, а 2 метра, и поэтому здесь могут даже расти деревья высотой 20 метров. И это плюс, потому что мы таким образом почвы пригрузили опору, она испытывает очень большие усилия, и бетон фактически заменили на почву. Ну это потом вот будет основной вопрос, почему Анатолий Юницкий делает сад на крыше. Не потому что мы все как бы такие озабоченные об экологии, это тоже есть. Но мы на самом деле, это часть инженерной конструкции, удешевляющей все. Анатолий Ильич, а вот под нами вот эти вот силуэты, напоминающие уже будущие рельсы, будущие инфраструктуру, что это такое? Не так, это плита, вот верхняя плита перекрытия, куда приходит нагрузка от температуры. Здесь же путевая структура не разрезная, и там есть струны, которые тоже натягиваются. Эти усилия будут максимальны, когда будет самая низкая температура. Мы с вероятностью раз в 100 лет рассчитываем, что самая низкая температура будет минус 40 градусов, 40 градусов мороза. При этой температуре усилие, приходящее в эту плиту, будет равно где-то около 900 тонн, 800 с лишним тонн. И на одну закладную деталь, вот она идет туда, длиной это 18 метров, придет нагрузка более 400 тонн. Что такое 400 тонн? Это вес 8 тяжелых танков. Поэтому сюда придет серьезная нагрузка. Но благодаря тому, что конструкция не разрезная, мы удешевляем путевую структуру, эстакаду. Посмотрите, какие легкие опоры. Ведь здесь две дороги, не одна. Это эстакада. Вот представьте, если бы здесь был автодорожный мост, железнодорожный, какие опоры были? Ну да. Это позволило удешевить конструкцию путевой структуры опор. И если бы здесь была эстакада, допустим, высокоскоростной железной дороги, то вот этот километр стоил бы не меньше 100 миллионов долларов. А мы за эти деньги построим еще 15 километров. Это в том числе благодаря тому, что у нас вот неразрывная конструкция пути, возникает вот напряжение, то есть конструкция преднапряженная, и мы нагружаем анкерную опору. Но они будут редко стоять, через 3-5 километров. И поэтому стоимость анкерных опор, она на 1 километр будет небольшой, на 1 километр дороги. А скажите, вот все эти люди, это вообще кто? Что они здесь делают в таком большом количестве? Это субботник. Мы сейчас обгораживаем площадку, потому что через неделю приедет к нам почти 1000 человек из
десятка стран. Да. 23 апреля экофестиваль, да, Skyway. Экофестиваль. Приезжайте, будем, да, рады. Потом видеть. Мы вышли на субботник. Понятно. Ну, Анатолий Эдуардович, передаю от всех наших инвесторов большие вам поздравления с вашим днем рождения. Главное здоровье, главное ни шагу назад, только вперед. Отступать некуда, за нами весь мир. Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету! 16 апреля весь коллектив закрытого акционерного общества «Струнные технологии» выехал в город Марьиногорка, возле которой развернуто строительство экотехнопарка Skyway, на субботник. В этот день была проведена уборка строительной площадки после зимы, благоустройство территории, покраска промежуточных опор городской и высокоскоростной трасс. Помимо этого, был благоустроен и сад, основанный в октябре 2015 года участниками акции «Посади дерево». Произведена побелка саженцев плодовых деревьев. Осуществлено разравнивание грунта в междурядье. Были собраны все камни, буквально выросшие из земли во время зимы. Также были выполнены многие другие работы в рамках подготовки к экофесту. Можно смело сказать, что все вышеописанное было действительно сделано в едином порыве, и доказательством тому служило то, что многие сотрудники нашей компании приехали целыми семьями, порой вместе с детьми. Причин для энтузиазма сразу несколько. Во-первых, инновационная струнная технология создается коллективом единомышленников, и всем хотелось внести максимальный вклад в подготовку к экофесту, где 23 апреля сего года произойдет интерактивная шоу-презентация одного из самых масштабных эко-бизнес-проектов 21 века. Во-вторых, этот день совпал с днем рождения самого генерального конструктора Skyway, а также его старшей дочери Анастасии. Жена Анатолия Эдуардовича пошутила, что ее супругу прекрасно удаются не только расчеты, касающиеся прорывных транспортных технологий, но также и планирование семьи. После ударного труда все присутствующие искренне поздравили виновников торжества и отметили в дружной компании на природе сразу несколько замечательных событий. Подытожим репортаж следующими словами. Смело отправляйтесь в путь. К вашему приезду на праздник в Центре испытаний, демонстрации и сертификации рельсо-струнной транспортной технологии все будет готово. Коллектив Skyway под руководством Юницкого гарантирует.